В день рождения Астаны в Караганде прошла народная викторина в общественном транспорте. Две группы волонтеров на протяжении дня заходили в любой автобус и задавали познавательные вопросы горожанам. Главная тема викторины – Экспо-2017. А главными призами стали билеты на международную выставку. Мы предлагаем вам ответить на 10 вопросов, посвященных тематике Экспо, и можно выиграть билет на выставку. Волонтеры из молодежного ресурсного центра города организовали необычную викторину. Игроком мог стать любой пассажир общественного транспорта в городе. Вопросов было много, а правильный ответ всего один. Вопросы несложные. Мы сегодня хотим дать как можно большему количеству людей возможность побывать на выставке в Астане и тем самым поздравить жителей нашего города с наступающим праздником, с наступившим праздником и с таким великим событием в нашей стране, как выставка Экспо. Каждый вопрос был сложен по-своему, но жители шахтерской столицы справились с заданиями на отлично. Главные призы – это билеты на международную выставку Экспо. Ну и как впечатление? Спасибо большое. Горожане остались довольны, а волонтеры, в свою очередь, пообещали, что постараются подобные мероприятия проводить чаще. Гульнур Жакена, Сельза Занбаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.